Таких людей сейчас на международной арене немного. Он был большим другом нашего народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами. Он был инициатором развития отношений между Россией и Североатлантическим альянсом. Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия. И по его инициативе.